Ну что ж, на новогодний стол хочется всегда какой-то иметь десерт, но все думают, что это сложно, что это нужно что-то выдумывать и превращать свою жизнь в адский кондитерский ад. Нет, все гораздо проще, я вам сейчас покажу идею, которую можно использовать, меняя ингредиенты местами, заменяя одни ингредиенты другими, превращая свой праздничный стол в настоящий новогодний. Итак, вот у меня есть, значит, сметана, у меня есть сливочный сыр, сахарная пудра, тут миндальное печенье, ваниль. В общем, начинаем. Сначала я ставлю обжариваться миндаль. В этом ковшике у меня смесь. Здесь и вишня, и смородина, и клубнику я вижу, и сливу. В заморозке продается в каждом магазине. Итак, обжариваем миндаль и прогреваем ягоды. У нас заблокировано, да? Нужно нажать вот здесь значок замка, удержать его. Лок исчезает, тогда мы можем пользоваться конфорками, потому что как раз этот замок защищает от детей и кошек. Ставим ягоды прогреваться. В ягоды сразу же добавляем сахарную пудру. Здесь все по вкусу. Ну, добавьте пару ложек, посмотрите, если будет мало, потом еще добавите. И переходим к крему. Крем у нас состоит. Здесь 15% сметана. Она продается везде. Вы можете, конечно, купить там какую-нибудь 30% или 10%, но 10% будет слишком жидкая. 15-20% более-менее по густоте хорошая. У меня есть натуральная ваниль. Если нет доступа к натуральной ванили, купите ванильный сахар. Мы подскребаем семечки вот таким образом. Купите ванильный сахар, он вам заменит ваниль. Отправляем все это в сметану. Сюда же добавляем... Вот смотрите, у меня примерно где-то 5 столовых ложек сметаны. На 5 столовых ложек 2 столовые ложки сливочного сыра. Он слегка солененький, он нам сделает сметану более густой, чуть-чуть соль даст. И, конечно же, обязательно добавляем сюда пару столовых ложек сахарной пудры. Почему сахарной пудры? Потому что сахар у нас очень долго будет растворяться. А пудру мы размешаем, и она у нас раз и растворилась. И, соответственно, размешиваем тщательно ваниль, сахарную пудру и сливочный крем. Превращаю все это в такую сливочную, сметанно-сливочную массу. Вообще молочные крема сливочные – это одно из самых вкусных десертных направлений. Поэтому, имея это дома, а это можно купить в любом магазине, вы получаете очень вкусный и понятный десерт к вам на стол. Главное размешать так, чтобы сыр из комочков превратился в единую массу. Помешиваем ягоды. Ягоды у нас дают сок. Тут у нас кусочки сливы растаивать пытаются. Но запах божественный. Значит, все получается как то, что надо. О, миндальчик поджаривается. Все идет по плану. Смотрим, у нас черные точки с одной стороны появились. Можно перевернуть. Нам миндаль нужен на украшение, поэтому много нам его не надо. Что у нас происходит вот здесь? У меня дополнительно еще есть вода, в которой разведен крахмал. Для того, чтобы нам сок, выделяющийся при оттаивании овощей, нужно было загустить. Он нам пригодится. Добавляем крахмал сюда. Как раз в процессе нагревания сейчас у нас все и образуется. Такой киселек. Миндаль у нас уже стреляет. Я отставляю. Ягоды увеличиваю температуру и начинаю превращать их в кисель. Давай, шайтан-машина. Крем у нас почти готов. Хлюпает сметанка. Очень-очень вкусно. Смотрите, какая блестящая получилась масса. Сок завязался. Да? Пробуем. По вкусу то, что нужно. Не добавляйте слишком много сахара, иначе будет приторно. Получился такой кисло-сладкий, с ярким ароматом и вишни, и сливы. Я убираю, пусть чуть-чуть остынет. Теперь нам нужен самый красивый бокал, который есть у вас на кухне. Бокалы могут быть разных размеров, конфигурации. Я, наверное, возьму вот такой вот, похожий на коньячный. Есть еще вот такие бокальчики. Оп. Или вот совсем без ножки. Но этот больше всего мне нравится. Первым слоем в бокал выкладываем ягоды. Ягодную смесь. Вылавливаем так, чтобы у нас тут было всего помаленьку. И слива, и клубника, и вишня. О, красиво? Отлично. Ну, все, распределяем так, чтобы было видно. Второй слой у нас сырно-сливочная масса. С ванилью чайной ложкой выкладываем так, чтобы у нас слой стало видно на
прикосновении к бокалу. Смотрите, по краю выкладываем. Очень красиво получается. По-новогоднему. И самое главное, что этот десерт очень простой. Самых доступных ингредиентов. То есть, теоретически, если себе представить, что ягодную смесь заменить свеклой с тушеной капустой, а сметану оставить, не тронув, а миндальное печенье заменить картошкой, то получится больше слоеной. Ну, по идее. Теперь идет у нас миндальное печенье. Я его так вот беру, ломаю. Можно без крайней корочки, можно только серединную часть. И что я делаю? Я его выкладываю следующим слоем. Получается у нас три слоя. Почему называется трайфл? Ягоды, сливочный крем, печенье. Печенье можно любой бисквит, который продается в магазине. Теперь добавляем немного жидкости с мелкими ягодами, для того, чтобы печенье у нас пропиталось. Уже крупные куски сливы класть не надо. Сверху красивый сливочный крем. Теперь тот самый миндаль, который у нас обжарился, стал хрустящим и красивым. Вот так вот его давим. Нам нужны неровные такие кусочки, жареный миндаль. Пахнет вообще, вот какой-то ореховый яркий вкус у него появился, аромат. Так, теперь мы миндаль выкладываем сверху. Создаем дополнительный аромат нашему десерту. Дальше ягодки. Ягодки можно любые. У меня голубика. Если у вас есть какие-то другие ягоды, пожалуйста, можете хоть красную смородину, хоть клубнику, что есть в магазине. Если ничего нету, ну, значит, украсьте просто мятой. Так, украшаем обязательно мятой. Потом ставим на красивую новогоднюю тарелочку. Это же все-таки новогодний десерт. Поэтому мы его ставим в центр нашей композиции. И украшение вашего праздничного стола выглядит вот так. Обязательно сделайте, поставьте на стол. Ваши гости, ваши друзья, ваши соседи будут довольны. С наступающим Новым годом! Медея, почувствуй себя дома!